видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 13. Урок 8. D – это множество девочек класса. M – множество мальчиков этого же класса. Что представляют собой множество? D – пересечение с M и D – объединение с M. D – пересечение с M – это пустое множество. А D – объединение с M – это множество учеников в классе. То есть не могут множество девочек и мальчиков пересекаться. Это два разных множества. А вот объединение этих множеств – это, получаются девочки и мальчики, те, кто ходит в один класс. Множество учеников в классе, состоящее из множества D – множество девочек, и M – множество мальчиков этого же класса. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.